Сейчас пойдем вот в этот вот магазин, Денвер называется. Это виноводочный по-нашему магазин. Дело в том, что в Австралии вы никогда не купите в одном месте и продукты, и алкоголь. Всегда все отдельно. Liquor Land здесь еще называется, сеть магазинов, и вот Дэн Мёрфи. Ну, вот этот более, мне так кажется, популярностью пользуется. Там, конечно, очень сильно большой выбор любого алкоголя, вообще на любой вкус. И ликеры, и пиво, и вино, и водка, и, в общем, все на свете. Вот. Сейчас, если получится, может быть, там внутри вам покажу цены и все такое остальное. Я быстренько хотела вам показать цены на пивко. В основном, конечно же, все 0,33. Вот, например, Ханники 4,50 за 0,5. Все это за одну бутылку пива. Цены в австралийских долларах, конечно же. Но когда вы покупаете вот упаковкой, то где-то получается каждая бутылка раза в два дешевле, раза в полтора-два. Типа берите больше. Вот так вот и такой вот ассортиментик здесь. Вон даже тайская, это чанки есть, и тайгер, асахи. Азиатские, короче. Козел. В общем, не буду я цены перечислять, все вы увидите. Ну вот тоже по 500 грамм, миллилитров точнее. Вот так вот. Нифига не дешево здесь алкоголь употреблять. А вот цены на столичную русский стандарт. Видите, даже на русском. Каждая бутылка. Еще, кстати, вот зеленая марка. Смотрите, цена, да, вообще офигеть. У нас сколько она стоит? И здесь. Здесь польская разная, короче. Миша когда-то пробовал русский стандарт и столичная. Я ему сейчас показала. Он говорит, что за отстой вообще. Ужас. Кстати, хочу сказать, вот этот вот Grey Goose, суперская водка, конечно, вообще и пьется классно, и потом никто не болеет. И вот это вот еще Миша, кстати, сказал, зубровка польская тоже классная. Вот некоторые бутылки алкоголь, да, хочется из одной тары купить. Вот этот вот Mr. Black, например, просто супер. Смотрите еще, вот здесь вот какая штуковина, прям вырезана на бутылке какой-то узор. Он такой как бы шершавый. И вот этот, да? Это ликерчики, короче. Прям вообще. Ну, конечно, тоже разрабатывают, наверное, дизайны как покруче, может быть, даже, чем дизайны бутылочек для духов. Вот это тоже, да, какая? Чоколатино. Интересная тоже бутылка.